подписчики, знаете, зачем я держу вот эту хрень в руках? А я вам скажу, что это за хрень. Вот эта хрень — это расширение Кхан. Давай покажем, ну, людям поближе. Вот толщина этой детали, она изготовлена, я не знаю, это пластик или стеклоткань, я не знаю из чего, но две эти детали, вот так вместе на весах, весят 300 кило. Теперь смотрите, вот этот бампер оригинальный, вот этой BMW M-очки, вот этот бампер весит 2,5 килограмма, смотрите, 300 кило и 2,5 килограмма, понимаете логику? Следующее, что я вам хотел, сейчас мы это дело уберем, для чего я вам это показывал, смотрите, 300 кило и этот бампер, вот этот бампер в сборе совсем, бля, он весит килограмм 30-35, то есть он реально очень тяжелый. Так, это нужно делать очень аккуратно. Вот эту решетку, представьте, мужики, покрасили за 60 косарей в Хане. На решетке было несколько сполов, и хозяин вот только приехал с Москвы, прям в Хане красил эту решетку в матовый цвет. Так что, ну, надо очень аккуратно. Следующее, смотрите. То есть мы выяснили, да, что этот бампер весит охереть как много для бампера. Потому что вот оригинальный бампер от крузака, который сделан из пластика, весит реально гораздо меньше. Теперь смотрите. Бампер, вот его крепление, ставится на этот усилитель. Давай покажем ближе. При нагрузке, смотрите, что происходит. Смотри. То есть, вот, наш бампер повис, все, морда провалилась вниз. В первую очередь мы сейчас изготавливаем кронштейны опора, чтобы наш усилитель не гулял. Все опять собираем на место и смотрим, что у нас произошло, как изменилось. То есть, в первую очередь мы решим эту проблему и дальше будем выяснять, по какой причине у нас так гуляют зазоры. Все, кому интересно, завтра будет продолжение.